Опять этот телефон на полу. Ладно. Телефон, 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 где мой телефон? Папа! Что ты там хотел? Папа, ты телефон мой не видел? Видел. На, держи. О, спасибо. Пожалуйста, и больше на полу не оставляй. А, хорошо. Угу. Домашний. Ну вот, выбирай. Так, какой же мне это выбрать? Сколько он стоит? Насчиталось 1400. О, у меня нет таких денег. Привет, малышня. Что делаем? Что вы тут орете? Телефон выбираем. Так у тебя же есть нормальный телефон. Был. Его Катя раздавила. Раздавила? Я же говорил, не оставляй на полу. Мы не случайно, папа. Знаю я ваши случайно. Давайте выбирать новый. 12 Pro Max, Pacific Blue, 512 гигабайтов. Это ж сколько денег? Это что, круче, чем мой будет? Пап, недорого. 1400 фунтов. Классный. Ну давай показывай, что тут надо делать. Ну все, оплачиваем. Заказ сделан. Пойдем купить чай? Да. Пошли. Как можно было разбить телефон? Я не понимаю. Вау. Класс! Вот это да! Ну все, Макс, вот тебе и новый телефон. Только больше на пол не клади. Спасибо! Макс, а поиграй со мной, пожалуйста, в куклы. Что? В куклы? Мне некогда. Макс, ну пожалуйста, ты постоянно в своих телефонах. Катя, мне некогда. У меня игра, ты что, не видишь? Ах так, ну Макс. Я и без тебя поиграю. Не хочет он играть. Я и без тебя поиграю. О, идейка есть. Что опять? Кать, не хочешь поиграть? Кать, тебе что не ясно? Мне некогда, у меня игра. Ах так, тогда я сама поиграю. Как она мне надоела! Как надоела! Ты ждешь меня здесь. А ты что ж, меня здесь? О, идейка! Все, жди меня здесь.
здесь. Макс, ты будешь играть со мной в Hunt или нет? Нет, я сказал, я очень занят. Ну и ладно, я буду сама играть без тебя. Ой, как она меня уже бесит, эта малявка. Ой, а где все кошечки спрятала? Забыла. Макс, Макс! Что, Катя? Ну да, действительно, это для девочек. Сама поиграю, пока! Ой... Какой же помады накрасить? Белый, как снег? Или помадой обычной? Розовый. Я думаю, что розовый. Она милее. Ого! Надо зеркало взять. Готово. Так, что тут у нас еще есть? Ага, лак. Я возьму два, но накрасим позже. Так, что у нас здесь? Ага, пилочки. Надо побелить ногти. Готово. Так, у нас тут тени. И тут наши кисточки для теней. Какой же этот цвет выбрать? Этот выбираю. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ляп-ляп. Красотка. Отлично. Алла не хочет со мной играть. Давай вечером на площадке встретимся. Ага, да, давай. Мороженое, пирожное, овощи, фрукты. Макс, ты вообще думаешь когда-то со мной поиграть? Кать, мне твои игрушки не интересны. Телефон без присмотра. Что, Катюша? Папа, а у тебя все еще есть больше айфонов? А тебе зачем? У тебя же вот настоящий есть, Максим. Я хочу его разыграть. Как будто бы бросил в бассейн его телефон. Ага, какая ты шутница. Есть у меня, конечно, с собой. Но ты смотри, осторожней. Тебе белый или черный? Давай, наверное, черный, чтобы он как будто бы максимальный, как у Макс. А давай проверим, какой у него. Серый. У него серый, силвер, да? Да. Давай помочь тебе? Да. Так, снимаем этот настоящий. Ха, смотри, как похож, а? Ого. Ага. Ну давай тогда беленький. Сейчас я его разыграю. Так, ну держи. Только смотри, не перепутай, не брось случайно настоящий телефон. Спасибо. Бассейн. А то Макс тебе не простит. А, этот у меня побудет, да? Ох, уже эти девочки. Смотри, что у меня есть. Это мой телефон? Да, Макс, смотри. Ты что наделала? Ой-ой-ой, телефончик случайно бросила в воду. Катя, я сейчас твой планшет брошу в воду. Вот теперь бери и доставай. Ну, Катя, я тебе так это не оставлю. Ну, Катя, он теперь не работает. Упс. Макс, не переживай, Катя тебя разыграла. Это на самом деле муляж. А твой настоящий телефон, вот он. И все, тут кнопочки нажимаются. Ха-ха-ха, разыграли дурака на 4 кулака. Я тебе сейчас покажу.
Хант. А что, ты уже что-то подготовила? Да, кофточек подплятала. Ну что, готов? На 1, 2, 3, побежали по комнатам. 1, 2, 3. А я нашла только 3. Макс, ты сколько нашел? Я 2, а ты? А я 3. Это значит, что я победила! Е-е-е! Ну и ладно. Хорошо, хоть мой телефон не утопило. А нечего все время сидеть в гаджетах. Лучше со мной играть. Ладно, давай теперь играть, раз так. У-у, я летающая сова. У-у. Пить-пить. Ожик, привет! Пацанов видел? Ага, договорились, займешь мне место. Встречаемся в клубе. Окей, давай, до вечера. Не поняла. А куда это ты собрался, Макс? С пацанами вечером встречаюсь. А я? Я тоже хочу. С мальчиками? Ты еще до этого не доросла. Я могу все, что хочешь сделать. Малая ты еще. Я малая. Я сейчас как покажу, малая. Катя, там будут одни мальчики. И девочкам там не место. Макс, ну возьми меня в компанию. Ладно, но ты должна доказать. Я готова! Окей, но готовься к испытаниям. Что надо делать? Пошли со мной, сейчас будет жарко. Так, Катя, следующим твоим заданием будет вот это. Май, так это не для моего возраста. Значит так, слушай меня сюда. Пройдешь это испытание, пойдешь со мной. Если не пройдешь, пойдешь домой. Ясно? Ну ладно, попробуй. Да ты не парься. Сейчас покажу, как надо делать. Смотри, мелкая, и повторяй за мной. Так высоко. Пойдешь? Я туда ни за что не пойду. Ладно, придумаю другое испытание. О, это как раз то, что надо для тебя. Пошли. Видела? Это твое следующее задание. Макс, ты в своем уме? Я так не смогу. А ты попробуй, если хочешь, в мальчишую компанию. Бери лук. Стрела. Натягиваем и стреляем. Ничего, в первый разочек мимо, в следующий раз попаду. Ладно, попробуй. Видела? В
Вот так надо делать. Ладно, малявка, с этим ты не справилась. Okay, everybody, everybody step back. Макс, а задания с бассейном будут? Не с бассейном, а с океаном. И не легкие, знаю вы. Вечно ты что-то напридумываешь. И что, Макс? Что-что? В гольф играть умеешь? Нет, не умею. Держи. Спасибо. И как нужно играть, Макс? Смотри, учись, малая. Значит, смотри сюда. Берешь клюшку, замахиваешься. И удар. Ну, типа этого. Понятно? Ага. Ну как, Макс? Классно я сделала. Можно уже с тобой идти? Сколько раз ты попала в бум? Ноль. А надо хотя бы раз. Играешь до тех пор, пока не попадешь в лунку. Ясно тебе? Ладно. Я на соседнем корте. Играем. Сюда поставим. Раз, два, три. Вау! Нет, это уже слишком. Ну что там, малявка? Хоть разочек получилось? Почти. Давай попробуем. Вот такой расклон, а? Вау! Хоть что-то получилось? Да, только один разок. А я один раз с закрытыми тремя. А как ты это сделал? Надо просто, Катя, тренироваться. Все мальчики играют в гольф. Они сидят в куклы играют. Ладно, иду-ка я еще пойду. Закончили. Хоть что-то получилось у тебя? Да, два раза. Ладно, тогда пошли за мной. И что ты меня сюда привел? Прошлое задание для тебя оказалось сильно легким. А теперь проверим, как ты можешь играть в теннис. Слушай меня сюда. Подаю я, отбиваешь ты. Окей. Так, ты остаешься здесь. Я подаю оттуда. Ну все, держись, малявка. Сейчас я тебе покажу мастер-класс, детка. Ничего себе она играет. Понял, я умею играть в теннис, так что я уже готова идти играть с мальчиками. Так, хорошо. Я сейчас для тебя придумаю задание посложнее. О-о-о. Лови последнюю подачу. Давай, ты промах, ничего страшного. Что ж вы ей такое придумали посложнее? О, придумал. И что? Что это за дерево, Макс? Сможешь достать пилинджер? Тогда пойдешь со мной. Да без проблем, Макс. Вот такой пойдет, Макс? Ого, как быстро. Я уже хочу инжиров четвертый день ем. Смотри,
сколько тебе надо? Ого, как быстро. А ну-ка, пошли за мной. И что, мне нужно это сорвать? Да, но не просто сорвать. Ты сначала попробуй достать. Без проблем, Макс. Вот это очень спелое. Возьму ее. Макс, а ты знаешь, что это? Конечно, знаю. Мандарин. Ладно, Катя, это сильно просто для тебя. Пошли дальше. И какое-то задание мне здесь придумал возле океана. Сейчас увидишь, малая. Ты готова, малая? Начинаем. Повторяй за мной. Готово, готово. Начинай давай. Тяжело мне такое делать. Ха-ха-ха, кто-то не выполнил задание. Идем хоть в бассейн. Да не, все нормально, не буду я ее брать, она малая сильная. Ах, малая! Ты что сделала? Ты телефон мой утопила? Ах, малая! Я же столько всего могу. За то, что утопила мой телефон, никуда не пойдешь. Ах ты! Ну и ладно. Я не сильно хотела с тобой идти. Ну, Катя, держись.